А что запомнилось россиянам? Какие события уходящего года они считают самыми значимыми? Узнаем у нашего московского корреспондента Руслана Оспана. Безусловно, Олимпиада в Сочи стала главным событием уходящего года. Кроме этого, жители российских городов отметили присоединение Крыма, экономические санкции США и Европы против России и российские ответные меры. Вот что говорят сами москвичи. Присоединение Крыма – это самое значимое. Олимпиада! Олимпиада Сочи. В Сочи 2014 года. Санкции, я думаю, что нельзя решать такие вопросы политические, экономическими действиями. Это очень печально и очень сильно отражается на людях, на государстве. Плохо, что девальвация такая. Сильно, быстро получается. Не успеваешь, цены поднимаются кошмарно. Конечно, отразилось. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. Все наладится у нас будет все хорошо. К примеру, российские продавцы надолго запомнят эти предновогодние месяцы. Ведь в основном жители Казахстана в буквальном смысле скупили все автомобили с их автосалонов. И самое главное, россияне считают Казахстан главным союзником своей страны. Казахстан – это наш друг, скажем так. Я желаю Казахстану хорошего года, чтобы 2015 год он приносил им все доброе, хорошее. Россияне с большими надеждами встречают наступающий 2015 год. Перемен к лучшему, радостных улыбок везде, счастья, любовь, чтобы была в каждом доме. Мы, казахстанцам, желаем процветания, добра, счастья, мира. Ну и, конечно, сотрудничества с Россией. Руслан Оспан, Тимур Алтынбаев, Москва.